Я, Анастасия Галаева, предлагаю по-новому взглянуть на события минувших 7 дней. И вот что вы увидите в новом выпуске программы «Акценты недели». И вовсе никак до Китая пешком. Продукты с маркировкой «Сделано в Омской области» стремительно завоевывает азиатский рынок. Впечатление участников международной выставки «Сиал Чайн» и удивительная специфика работы с бизнес-партнерами из Поднебесной. В Китае строитель свадеб, у которого там энное количество мероприятий, с участием на каждом мероприятии от 700 до 1000 человек, которому надо там подарить по традиции конфетку, это хороший канал сбыта. Китай – первая страна, ради выгодного сотрудничества с которой в регионе создают специальную концепцию, что даже в ее основу, что нужно омским предпринимателям, которые ищут международные рынки сбыта. Рост цен на бензин – это чей-то сговор? Как экономисты объясняют подорожание нафтозаправочных станций, причем здесь мировая интеграция, что говорят о ситуации антимонопольщики, и главное, что будет дальше. Клименко-Токтаров – вот эта схватка, пусть и словесная, как рекламная кампания, стала причиной громкого скандала в российском ММА-сообществе. Стало очень неприятно. Все поменялось. Почему? Потому что все-таки из человека, можно сказать, примера, на моих глазах он превратился в негативного персонажа. Какие личные мотивы побудили Александра Шлеменко стать ярым приверженцем здорового образа жизни? Зачем ему это нужно? И неужели для омского шторма деньги не главное? День пропавших детей – повод родителям напомнить об их безопасности, о чем советуют заострять внимание психологи, о чем надо обязательно говорить со своим ребенком, как поможет решить проблему Центра национального мониторинга. Специальный репортаж Натальи Бельской на важнейшую тему. Не пропустите новый выпуск информационно-аналитической программы «Акценты недели» в эту субботу в 19:30 на 12 канале.